вести в студии Игорь Кожевин. Здравствуйте. Вот главные новости к этой минуте. Мариуполь в огне. Как утром выглядит расстрелянный накануне город. Глядя на пожары, киевские политики заявляют, что ничего не горит. Детали секретных переговоров американского госдепа и украинского правого сектора. Американцы предлагают радикалам финансирование и просят, чтобы они разоружились, но только после выборов. Донецк захвачены представители Красного Креста, неспокойно в Луганске. Что в регионах, которые завтра собираются провести референдум? Ну и сначала Мариуполь, который накануне пережил штурм киевских силовиков. Сегодня этот небольшой украинский город, где накануне погибли по разным оценкам от 7 до 20 человек, на первых страницах мировых газет. Ну а мировую реакцию чуть позже. Сначала о том, что в эти минуты в городе, где остановился транспорт, нет света и пожары. Из Мариуполя передает Алексей Стетюха. Ситуация вроде как спокойная, ничего не происходит. Часть людей, которые были на месте, ушла, а часть людей пришла новых. В основном это люди 40-60 лет. А люди тоже молодежь, насколько я понимаю, скорее всего, для Киева эти кадры ничего не значат.
Оттуда ситуацию видно иначе. Информация СМИ о том, что в Мариуполе сейчас горит городской совет, не соответствует действительности. Диверсанты-сепаратисты жгут шины возле горсовета, но само здание ими не захвачено и не подожжено. Совершенно очевидно, что ватники сами распространяют фейковые новости. Это информационная война. Однако в реальности колорады, несмотря на сложность ситуации, обессилены, растеряны и теряют позиции. Слухи и дезинформация в интернете – привычные приемы для тех, кто хочет запугать мирное население. Радикалы, призывая к мести, уже начали выкладывать имена и фамилии сторонников федерализации. Но свидетельств того, как, что называется, зверствовали сами военные и боевики правого сектора, предостаточно. На этих кадрах они не дают вывести раненых. А вот фотография, на которой военные в упор расстреливают журналиста. Данные об убитых и раненых со стороны ополченцев и мирного населения до сих пор разнятся. Киев своих потерь не признает. По официальной версии, нацгвардия и военные отошли от центра Мариуполя в полном составе. Но вот местные жители сумели разоружить одного из нападавших. Киевская область, Белоцерковский район. Он признается, что сам ничего не знает о целях этой атаки и замысле всей операции. Впрочем, как она продолжится сегодня и чем закончится, пока тоже непонятно. На помощь мариупольцам из Донецка идет колонна ополченцев. Александр Шевчук, Вести. Ну, теперь о том, как, несмотря на субботу, успели отреагировать на события в Мариуполе в мире. Корреспондент «Британская Гардиан» приводит на страницу своего издания свидетельства очевидцев. Например, 50-летней хозяйки кафе «Арбат», которую украинские военные положили лицом в пол, а затем расстреляли троих посетителей. Женщина утверждает, что раньше не была ни в каком политическом лагере, а теперь готова сама взять в руки оружие и сражаться на стороне ополченцев. Корреспонденты «Гардиан» работают на месте событий. Американские дипломаты нет. Но Госдеп считает, что во всем виноваты, цитата, пророссийские сепаратисты, которые ставят под угрозу общественный порядок и, захватывая здания, нарушают законы Украины. На этом фоне репутация самого Госдепа с каждым днем выглядит все менее достойно. Оказывается, небезызвестная Виктория Нуланд не только возила булочки на Майдан, но и тайно договаривалась с правым сектором. Подробности в репортаже нашего американского сапкора Валентина Богданова. Ни файла на сайте Госдепа, ни кадра в Ютубе о том, что
на секретные переговоры к Виктории Нуланд прилетала делегация правого сектора во главе с одним из его координаторов Андреем Артеменко, «Известиям» сообщил высокопоставленный источник в украинском МВД. Источник предпочел сохранить анонимность, видимо, потому что хотел сохранить жизнь. Американцы предложили Артеменко финансовую и информационную помощь в создании из правого сектора полноценной политической партии. США предложили сформировать из украинских радикалов партию с политической платформой, партийной структурой и разветвленной сетью филиалов на всей территории Украины. В ответ на финансовую помощь Нуланд потребовала от лидеров правого сектора проведения полной демилитаризации движения после президентских выборов. Вложиться готовы были по-крупному, речь о 5-10 миллионах долларов. Визу Артеменко, по словам того же чиновника украинского МВД, посол США в Киеве Джеффри Пайет оформлял лично. Но ударить по рукам с посланцем пронацистски настроенных радикалов не удалось. Торг неуместен, хлопнул по столу их лидер. Сумма Дмитрия Яроша не впечатлила. Вероятно, вспомнив о доле музычка, сослался Ярош и на то, что без стволов сам он надолго музычка не переживет. Такая нужная сделка сорвалась. Такие неудобные вопросы в Конгрессе. Но в Украине ранее состоялись легитимные выборы, но законный президент был смещен после масштабных уличных беспорядков. Мы не видели кадры с людьми, которых мы называем неонацистами. Прежде всего, хочу сказать, что большинство протестующих на Майдане это были мирные демонстранты. Если бы вы видели фотографии из Киева, а некоторые из нас лично были там, так вот, там были матери, бабушки, ветераны. Я тоже видел эти снимки, но также видел и другие фотографии, как люди кидали бутылки с зажигательной смесью в милицию, стреляли в них. Да, там были матери с цветами, но были и очень опасные уличные столкновения. Так ответьте, принимали в беспорядках участие группы неонацистов? Как я сказала, там были представители разных украинских групп. Ответ значит «да». А ведь Нуланд могла бы и повозмущаться главе ЦРУ Алену Даллесу. Никогда не задавали же вопросы, почему 49-го у него на службе Микола Лебедь, подручный Бандеры. Не проводил конгресс и слушаний по Ярославу Стычко, который с одобрения нескольких администраций координировал действия так называемых комитетов порабощенных народов. Войну Стычко, правда, предпочитал порабощать сам. В 41-м создавал милицию, которая поможет убить
убирать евреев. Это цитата из его письма Бандере. Это совершенно непоследовательная, опасная политика. Они организовали государственный переворот на Украине и привели к власти ультраправое фашистское меньшинство, которое украинский народ, за исключением бандитов, наемников и крайне правых, не поддерживает. Они пытаются контролировать украинские вооруженные силы, но армия не может сломить сопротивление людей, которые не хотят, чтобы их страной руководило фашистское правительство. На то, чтобы сломить, и нужен Дмитрий Ярош и его правосеки. Важная деталь. Сдать оружие за круглую сумму правому сектору предлагалось после выборов, а не до. Заняться партийным строительством боевики должны были при новом украинском президенте. Пока же, выходит, они организуют предвыборный процесс при помощи всего имеющегося арсенала. Как в Одессе. Валентин Богданов и Виктор Казаков, Вести США. Из Донецка приходит сообщение о нападении на офис Международного комитета Красного Креста, куда накануне привезли медикаменты. До референдума о статусе Донбасса и Луганщины остается менее суток, и обстановка все напряженнее. И тем не менее, сторонники федерализации полны решимости провести голосование. О ситуации в регионе из Донецка Азамат Салихов, из Луганска Сергей Самуха. Атмосфера в Донецке перед народным референдумом весьма напряженная. Здесь опасаются провокации. Из последних новостей в городе неизвестные в масках напали на офис Красного Креста и захватили заложников, среди которых есть иностранные граждане. Сообщается, что сейчас заложники находятся в здании городской администрации. То, что голосование пройдет в непростых условиях, очевидно. Но, тем не менее, как говорят здесь, к проведению его на один вопрос. Поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности Донецкой Республики? Такие бюллетени уже отпечатаны более 3 миллионов экземпляров по числу жителей, обладающих правом участвовать в голосовании. Бланки уже разосланы в территориальной избирательной комиссии. Сформировано также около 1200 комиссий в городах и районах. Местами для голосования станут здания городских и сельских администраций, школы и дома культуры. Единственное отличие от избирательных кампаний предыдущих лет во время нынешнего голосования не будет открепительных удостоверений, так называемых выносных урн. Основные силы, конечно, брошены на обеспечение безопасности. Членами участковых территориальных комиссий являются волонтеры, простые люди, которые не получают никакой платы. Их родственники, вот мужья, братья в качестве волонтеров будут обеспечивать порядок на избирательных участках. Также мы поддерживаемся сегодня милицией региона, которая также в полном составе
участие в охране порядка на участках. Подготовка к голосованию сопровождается целым рядом провокаций. Например, в подконтрольной Киеву прессе время от времени появляется сообщение, что референдум не состоится, а также, что одновременно с народным голосованием о статусе Донецкой республики на территории Донеччины пройдет референдум за присоединение части области к территории Днепропетровской области. Но сторонники федерализации заявляют, что менять планы из-за масштабных боевых действий и многочисленных провокаций не намерены. Азамат Салихов, Сергей Шелепин, Андрей Руденко. Вести. Донецк. Украина. Уже в ближайшее время в Луганске должна начаться активная фаза подготовки к референдуму на избирательных участках, которые будут расположены в школах и госучреждениях, должны начать сколачивать будки для голосования, также туда должны завести урны. И вот сейчас кажется, что все это, конечно, делается в последний момент, и времени очень мало, однако сделано это специально, чтобы избежать всевозможных провокаций, которых здесь, конечно же, все очень сильно боятся. И после того, как избирательные участки будут полностью оборудованы, их под охрану возьмет милиция и бойцы армии Юго-Востока. Что же касается самих избирательных бюллетеней, то здесь их пока еще никто не видел. Дело в том, что их привезут на избирательные участки лишь завтра рано утром, за несколько часов до голосования. Все это сделано, опять же, для того, чтобы избежать провокаций, чтобы эти бюллетени не были испорчены. Ну а сейчас в городе такая ситуация, что практически ничего не напоминает о том, что завтра будет референдум. Нет ни наружной рекламы, даже каких-то листовок, расклеенных на столбах, тоже практически нет. Однако, несмотря на это, весь город и вся область и так прекрасно знают, что завтра им придется принять и сделать судьбоносное решение. На этот референдум будет вынесен всего лишь один вопрос: поддерживаете ли вы государственную независимость Луганской области? Сергей Самоха, Вести, Луганск. Ну и вот срочное сообщение Тартас. Все захваченные в Донецке сотрудники Красного Креста отпущены. Об этом агентству заявил представитель этой благотворительной организации. Вообще, сегодня в центре внимания западной прессы празднование Дня Победы, которое состоялось накануне в России. Ну вот, например, как описывает парад в Севастополе британская «Гардиан». Десятки тысяч людей скандировали «Россия, победа и спасибо», пока продолжались все три парада – авиационный, морской и наземный. Издание напоминает, что за присоединение Крыма к России высказались 97% жителей полуострова.
британцам вторит американская газета «Хаммингтон Пост» с рассказом о том, как россияне буквально затопили улицы городов, чтобы наблюдать военные шествия. Ну а «Нью-Йорк Таймс» обращает внимание на выступление Владимира Путина во время парада на Красной площади. Речь президента длилась всего несколько минут, и при этом Путин говорил исключительно о патриотизме. «Вашингтон-Пост» подчеркивает такую деталь, когда бронетехника с флагами Крыма проходила по Красной площади, толпа взорвалась аплодисментами. Но также то, что Владимир Путин и все присутствующие на параде надели георгиевские ленточки, символ доблести. Ну и, наконец, Wall Street Journal пишет, что вчерашние торжества – это часть более широкой программы президента России, которая имеет цель восстановить славу страны. Ну и вот как закончились торжества 9 мая. Память погибших за веру в годы гонений на Русскую Православную Церковь почтил сегодня патриарх Кирилл. Глава Православной Церкви по традиции провел литургию под открытым небом на Бутовском полигоне в Москве. Это бывший стрелковый полигон НКВД, где с 1937 года были расстреляны десятки тысяч человек. Мужчины и женщины от 13 до 82 лет разных национальностей и вероисповеданий. Ну и в связи с трагическими событиями,